Индийский, спасибо большое за донат. Просто ссылка Гран Кураж, Птицы Небесные. 2021 год. Звук на камеру, но ты ладно. Вот, как зовут этого мужичка? Я никак не могу запомнить. А зачем он их ел? Это просто один из соучастников песни про неконченный экран. У Одина подписчика есть там. Он есть просто не в аудио, видимо, а в этом. На стене просто лежит. Вот это что? Про заблудившихся. Это оно и есть. Викингов. Вот оно там лежит. Да, про Винни-Пуха еще, точно, точно. Бля, бубен в это предварительно записанный, забавно. Это у них, они так плохо играют, потому что у них возле дома нет переходов со островком просто. Ну что, ну все прикольно, типа, сделано, но неинтересно. Не знаю, как это писать. Короче, да, чел поет, заебись, но все остальное, ничего интересного просто не происходит. Еще и писька-пиписька знаменитая. Черновый гашиш, я тоже вот что-то такое слышу. Я вот что-то тоже, я пытаюсь слушаться, не могу понять, что там. Ну, вообще, эта музыка, она мне напоминает вот ту серию из Симпсонов, когда соседи построили дом для Неда Фландерса, он сужался. Я вам так скажу. Какой-то черновый гашиш. Ой. Таково мнение донатера. Музыка.
немножко скучная. По крайней мере, в этой записи еще точно. Но в целом, да, там ничего не происходит вообще. Что там за терновый гашиш такой, реально? Свидетельница? Нет, вроде нет. Ну, Фархад написал в чате другое вообще. То есть, не знаю, как бы. Не похоже на то. Это, кстати, точно не зрительница, потому что у них противоречащая риторика вообще. Абсолютно диаметрально противоположная. Ну, скучненько, вот что я могу сказать.